вот совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них все в порядке. На что я ему, значит, отметил, абсолютно честно говорю, прямо это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших как-то есть проблемы. Рост на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? Ну, у нас, вот я говорил, идет, ну, небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это относительно дешевый белок. И, в общем, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. И в свое время вообще мог 10 сразу с утра навернуть. Вот. Но что произошло? Вот спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные. А у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают. Вот. Но вовремя не открыли. Сейчас нужно было вовремя решить вопросы в рамках Евразэс. Решение принято, по-моему, вот на днях. Во всяком случае, в декабре должно быть принято. И ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь, потому что уже, ну, минимум 2 недели назад вот эти разговоры с Министерством сельского хозяйства имели место быть. Поэтому сожалею, приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Я думаю, что связано еще, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, так вовремя не открыли импорт пошире. Ну, потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Ну, обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.